Ягуары эти приехали из Словакии, им по 8 месяцев, один мальчик и две девочки. У них кто первый взял мясо, тот самый бойкий. Ну а на самом деле это самая маленькая девочка, такая самая характерная, если бы. Да, они игривые, как все котята. Кормим их в основном говядиной, это их не основной рацион. Немножко курятины они кушают, субпродукты, такие как сердце, тоже говяжье. Ну и иногда им перепадает кролик. Эти малыши, которые к нам приехали, они, скорее всего, будут расформированы. Они создадут свои три пары, возможно. А возможно, они до какого-то времени не будут включены в программы размножения. Просто как резервные. Это тоже очень важно. Деятельность Фельдман Экопарк проходит по стандартным зоопарковским канонам цивилизованных стран. Мы размножаем редких животных. Мы связываемся с кураторами, которые ведут племенные книги. Эти кураторы, как правило, в Западной Европе, в зоопарках, которые имеют столетнюю более даже историю. Во многих случаях они решают, что нам нужно с этими животными. И, конечно, это международное сотрудничество. Это естественно, потому что мы получаем... У нас очень тесные контакты с зоопарками Прибалтики, зоопарками Чехии, зоопарками Израиля. Это... Зоопарк не может, так же, как и страна, не может быть одной на глобусе и процветать при этом. Так и зоопарк, он не может, это не закрытая система, это открытая система. Если мы хотим добиться каких-то хороших результатов.